24 апреля в нашей стране начнет работу 7-е Всебелорусское народное собрание, которое проявит себя в новом конституционном статусе. Планируется, что в рамках работы ВНС 24 и 25 числа в повестку дня будут включены вопросы утверждения концепции национальной безопасности Республики Беларусь и военной доктрины Республики Беларусь. Это два важных, очень важных, я бы сказала, судьбоносных документа для нашей страны, которые сыграют на укрепление независимости, суверенитета и безопасности Республики Беларусь. В составе Народного Вечи 1162 делегата. Это представители разных профессий, от педагога до врача. Одним из них от Белорусского союза женщин стала Мария Кемцева. Молодой инженер предприятия «Теплоэнергетика» для себя сформировала три вопроса. Молодежная политика, права женщины во всех ее проявлениях, но блок защиты детей вынесла на первое место. Защита наших детей в интернет-пространстве. Потому что сейчас очень часто и киберпреступления совершаются, детей наших немножко зомбируют. Все это в интернет-пространстве. В работе инженера важна точность. И этот навык помогает Марии Кемцевой во всем. Она возглавляет на предприятии первичную организацию БРСМ. Умеет организовать людей, сама активно участвует в спортивных мероприятиях и патриотических акциях. Последнее мероприятие, которое проходило с членами БРСМ нашими, это была высадка леса. Все приняли активное участие. Очевидно, одно преимущество Всебелорусского народного собрания в том, что только оно способно объединить все политические силы, власть и гражданское общество, молодежь и пенсионеров, рабочих и интеллигенцию, частный бизнес и представителей госструктур. Это значит, что при обсуждении вопросов, выносимых на повестку дня ВНС, учитываются мнения и позиции всех наших сообществ. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.